Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Тульской области Владимиром Груздевым. Глава региона рассказал президенту о социально-экономическом развитии области, в том числе о выполнении программы обеспечения жильем детей-сирот. Мы по традиционные вопросы о социально-экономической ситуации. В целом у нас ситуация достаточно неплохая, Владимир Владимирович. У нас хороший рост промышленного производства, рост валового регионального продукта почти на 7%. Рост промышленного производства четвертый год сохраняется на уровне больше 10%. Мы надеемся сохранить его и дальше. Хочу сказать, что наши предприятия развиваются неплохо. По селу мы отработали тоже неплохо. По детям-сиротам тоже мы активно очень работаем, предоставляем жилье, то есть выполняем те обязательства, которые накопились. Как мы обещали, программу по предоставлению мест в детских садах от 3 до 7 лет мы полностью выполнили. Сейчас приступаем от 1,5 до 3 лет, потому что тоже проблемы есть, и предоставлять там места нужно. Хорошо, чтобы женщина могла на работу выйти пораньше. Да. И хочу сказать, что мы ввели как раз для наших многодетных семей, в том числе с вашей помощью, пособие, совместное пособие на третьего ребенка. Мы выплачиваем сейчас 7,5 тысяч рублей. Но кроме этого мы ввели свои региональные пособия по 4 тысячи рублей. Мы выплачиваем женщинам, воспитывающих второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, проживающих вне Чернобыльской зоны. Чтобы люди не регистрировались в местах, которые попали под заражение, а имели меры государственной поддержки, в том числе, соответственно, места, где они традиционно проживают.